Какая-то херня тут прилипла. Значит, в этом шкафчике уходовая напихана. Было раньше больше, но сейчас минимум-минимум. И я надеюсь, что всегда будет минимум. Хотя мы у нас пятнышки на теле, я не знаю, атопический дерматит. Педиатр, что у нас не насрать на все, короче, полная жопа. Ну, в плане, нам не нравится педиатр. Нам все советуют жаловаться, идти там к заведующим. Хотя у нас с глазом, мы собирались на нее тоже писать, на врача, офтальмолога детского. Он один у нас в поликлинике, поликлиника номер 2 города Ставрополь, детская. Муж собирался на нее жаловаться, все как надо, но ее защищают. Мы же в краевой делали зондирование Захару, глаза, одного глаза. И там как бы заведующая хирургии глаза, по-моему, так, говорит, нормальный врач, то есть как такое могло случиться. Поэтому мы ее пожалели, мы уже остыли, пожалели, и, как говорится, ладно, ну, то есть ее защищают. Значит, уходовое средство нашего сунули. Молочко Пюпхен с календулой. Хорошее средство. Вот. Потом от Пюпхен масло. Оно так, конечно, хорошее, но оно, знаете, тут с подсолнечником и карите. Но таким же путем можно взять просто подсолнечное масло. Прокипятить. Я в следующий раз лучше возьму вот из этой серии вот такое же. С календулой масло только. Дальше тут специальные от фирмы Baby Line, или как она. Такие ушные палочки с ограничителями. Вот ими я чищу. Ему ушки после купания. Сейчас, кстати, принимали душ. Надо сделать это дело. Здесь лежит La Roche-Posay. Вот. И еще был очищающий. Очищающий уже стоит в ванной. Буквально вот недавно поставила. То есть там такое же, значит, очищающим пользуешься. И вот этим потом надо намазаться бальзамом. Он новый, мы еще не пользовались. Даже не знаю, как выглядит. Ну, вот так. Ну, это меня это поменьше размер. Ну, плохого ничего не скажу. Хорошее. Ну, меня, например, раздражает. Ребенок-то молчит. Вот этим намазываешься, ребенка я мазала. Намазываешься, и, знаете, она потом липнет. Я вот ходила пальцы мыла. Ну, вот это вообще must have считается. Я сыну ли дают эту упаковку, и он вот так вот с ней какое-то время играет. Потому что у нас такой противный стал. Не хочется, мне мазали, не подгузник меняли, не одевали, ничего. Здесь колгель лежит, это когда зубы режутся. И в первый раз мы... Ой, упал. Упал. Эти падения. На чем я остановилась? На колгеле. Где он? Куда-то уже исчез. А вот. Первые нижние зубы, когда вылазили, мы им пользовались. Во-вторых, не пользовались. Второй раз два верхних лезли. Сразу два. Орал, он прям плакал ночью. Благим матом. Вообще, это не ее место, обычно у него в аптечке, это здесь забыла убрать. Присыпка, все жду, когда закончится Санасан. Не принципиально, просто он не могу вытащить. Господи. Реально, что именно эта фирма. Просто я хотела попробовать. У нас еще шампунь от Санасан стоит. Пока шампунем еще ни разу не мылись. Ну, нормальная присыпка, раздражение не вызывает, раздражает только то, что разлетается, и ребенок тоже чихает. Здесь уже на дне, и скоро закончится, и я прям люблю, когда заканчиваются вещи, я просто обожаю. Следующую буду другую фирму покупать. Непользованная лежит просто вот от такой фирмы. Молочко детское после загара, но мы не загорали. Там еще вот запасные ватные диски, вату кстати, надо отсюда тоже убрать, отнести в аптечку. Вот это надо отнести в ванную. Baby Line тоже. Тоже совсем забыла про эту мочалку, так скажем, губка. Такая натуральная детская губка.
В общем, там она какая-то хорошая, типа. Ее, говорят, там менять надо. То есть она не на постоянно. Масло лежит, но это масло для меня. Кстати, надо отсюда убрать, себе убрать. Вот. Им же пользоваться. И медела тоже мое. Я уже не мажу. Это для груди. И она, знаете, она, по-моему, подсыхать стала. Тоже, кстати, практически не пользовала. Ну, просто, ну, если нет проблем с сосками, то что пользоваться? Хотя можно наносить на губы. Кстати, я наносила, когда вот родила только. Так, дальше. О прелости. Наша беда с рождения. Это вот, да, бюджетный крем. Он идет с цинком. Олива, масло оливы. Бюджетный, умка. И вы знаете, этот крем работает. Поэтому, если вы увидите и хотите купить что-то другое, подороже, берите, в принципе, его. Нормально, он от нуля плюс идет. Он убирает опрелости. Нежели чем. Вот этот убирает опрелости. Вот этот убирает долго. Сейчас я вам покажу, где он. Вот этот долго убирает. Вот этот. Потом, что еще? Вот, еще вот такое чудо есть. Потом оставим. Вот, кандид. Это если клотримазол. Дальше, детский обычный крем. Бипантен. Нашумевший всем. Вот это вообще пипец, от него может начать ползти. Раздражение. Значит, вот судокрем. Тоже тут очень много цинка считается. Так, из всего того, что я показала, лучше всего работал у нашего сына вот этот. То есть здесь идет оливковое масло, оливы, оливковое масло и цинк. Поняли, да? То есть, вот что я вам хотела рассказать. Дальше. Ну, это обычные ватные палочки, расчесочка, ножницы. Ну, расческа тоже. А, кстати, свечи Вибурков, но это тоже надо. Это когда у него либо ОРВИ, а ОРВИ он уже 3 раза болел, я 4, как мы с роддома вышли. Ну, вообще, я их покупала, чтобы, когда зубы прорезываются, ну, мы 12 суппозиториев, но мы же будем здоров, там осталось 3. Да мы же болеем без конца. Тоже надо убрать. Страшно убирать, потому что как только я убираю, начинаются проблемы. То есть это в любом случае сюда все возвращается. Я только нурофен отнесу на полку в этот, на кухню. Ну, все равно я иметь этот крем надо. То есть вот он, большая банка, он с роддома. Нам сейчас 8 месяцев исполнилось на днях. Ой. И вот мы, смотрите, сколько уже вымазали. То есть, если бы я еще пошла в роддом, рожала бы, если, то я бы его купила. Следующее хочу рассказать. Значит, в бэби-боксе мне пришла вот такой вот крем-тальк. То есть, вам вроде бы как и присыпка, да? Что я не люблю, потому что она разлетается для моих дыхательных путей. Да и ребенку зачем это? В то же время как крем. Я попробовала, мне понравилось. Если нет проблем никаких опрелостей, то просто, чтобы поддержать ребеночка, когда он здоров. Я пошла и купила себе полноразмерную версию. Смотрите, вот эту штуку я вам могу посоветовать. Покупайте. Классная вещь. В составе, ну, я не могу сказать, потому что тут... Опять он ударился. Пудра тапиоки, натуральное масло подсолнечника. Вот, какая-то тапиоки, вот, в общем. Вот это хотела, вот, я вот прям, теперь я эту выкидываю, потому что она пустая, это я вам хотела показать. Вот, тут чуть-чуть осталось, тоже добиваю. Все, вот это надо убрать. Еще есть, сейчас какие-то салфетки, вот у меня от Ленты, кстати, ну, запах у них отвратительный.